Ну да, с алкоголем будет проблема, потому что если мы на этом на йоге так слакаем, то на алкоголе тоже будет. Ну, у нас два человека, которые, типа, не были еще здесь, поэтому, ну, блядь, понятно, что проблемы будут. Ну, для новичков йог будет, ну, в 5 раз Сложнее. сложнее йога, да. Потому что Да. надо постоянно бегать, следить за Заходите, всем. заходите, заходите, заходите. Все, 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 все. Просто, да, Побудьте. просто от пары сбежать, и все, там не сложно. Да. Я посмотрю, как мне сложно. Ну, посмотрим, у нас еще там людей на этого есть много. Не спешим с дамагом, помним, что танк поставил, потом играем. Прохильте от босса. Че он там при смерти, в конвульсиях. Банан, осторожно, не подходи к мобам. Таунт. Добиваем. Ты автоатакой просто. Автоатакой просто побей, чтобы не сдох случайно. А то печально будет. Бля, с петами реально что-то ненормально. Он меня опять сдох. Что за пиздец? Просто от АОЕ не уменьшает свой урон. Ну да, походу. Хоть рядом с собой держи. На пулу нету. Дайте поставить. Играйте по бомбам. Еще один. Сдал на пул, можете играть сразу. Осторожно, не залутайте вторую ложную. Все, стакнулись с одной стороны. Крамбу, бегите, крамбу, крамбу, крамбу. На себя звездочку поставил. Удушающие сыграли. Милики на обратной стороне разлагающие. Банан с ними сходи. После щупалец расходитесь по этим, по порталам. Дышающие, доиграйте. Он к мобу сами бегитесь. Хуёво. От черепа. Но он там с ним бегает. Отлично будет. Ну так отойди на 20 метров. Все, разбегайтесь. Босс там опять замедленный айвен. Луч, осторожно. Крестик. В машине, блять. Вообще добить не успеваем, нам нужно, блять, полумертвого. Потом разлагающий пить. Пойдемте в эту сторону. По правой стороне идите. Девять секунд. Выходите. Только у меня вылет. О, бля! Хуёво! Ой, слакаете. Сейчас вовбро убивать будем. Сейчас он поднимется, убиваем вовбро сразу. Бой средства туда сразу, да. БР не сдавать. Какой рез он в контроле будет? А, точно, точно. Ну да, у меня вылет, бля. А
Он там внизу будет, по идее, да, стоять? Или он поднимется сейчас к нам? Он сдох. А все, вылетел. Нормально, нормально. Заходите в портал, я зайду вместо него. Где он стоял? К кресту? Да-да, крест. Большое все. Бля, я за инстом вообще. А тебе что-то нужно было с йога? Нет, нет. А, ну все, ничего страшного. От черепа отойдите. Давайте играем. Мы пока этот... Большое сначала, вот... лог. Большое сначала. Я выхожу, сильно не раздамаживайтесь. Я помогу тут добить. Что там у мозга? Да, там под ПДшки. А, нихуя. А, они уже перевели, да. И по-большому сыграйте все РДД, отвернитесь пока от босса, играйте по тяжелому щупальцу. Отвернулись. Отвернулись. Геру, давайте. Отвернулись. Отойди немножко передо мной вперед. Чтобы я смог стрелять. Я отошел. Отвернулись. Отвернулись. Блять. Близко тратится. Спиной даже. Дальше. Отвернулись. 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 Если у кого-то мало здравомыслия, просто играйте по мобам. Сюда к боссу. Отвернулись. 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 Осторожно, доигрываем, чуть-чуть осталось. Отвернулись. Отвернулись, кто там? Доигрывайте по боссу. 300 тысяч. Мелики тоже можете свичнуться у босса. 400. Ну вот, хуета, как и заказывали. Что, Алгалон? Да, получается, что так. Так, стоп. А у нас ключ есть у кого-нибудь? У тебя, да, Корнес, есть? У Эннена есть, все, нормально. В вестибюль делаем ТП. Да, 2 часа дается, но мы должны убить его за 10 минут. Не, ну, драйвить его 2 часа,
Думаю, мы не ну, будем. Ну такое, да. Мы будем, да, мы посмотрим, если все будет плохо, просто в другой поменяем. День, да. Или в другой день, или поменяем, да. Так нет, таймер это уже запустится. Кто мы... второй танк? Второй танк, точно, это нельзя. А хотя подожди, не-не-не, зачем? Анк Ноу Босс у нас на этом, Пирекс в танка. Босс, как всегда, в роли танка. Чарж Бэша? Угу. Понятно. Чарж Бэша покинуть тело, нормальная схема. Пирекс, непонятно, что ты пишешь. ВХ Порх Неверн. Он сейчас спек сделает. А. Посмотрим. Ой, ну на звездах я буду сидеть, поэтому нормально. С этим проблем не будет. Ты так. Сам будешь или кто-то помогает? Да, 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 я тут сам нормально справлюсь. А спи мы его на уменьши за босс 10 лямов всего лишь. Короче, по боссу, смотрите, босс танчится по центру в начале. А какие способности он использует? Первое — это кара небесная. Такая красная точка появляется, небольшой фрейм. Из этой красной точки нужно отойти на расстояние. То есть чем больше расстояние у вас от этой точки, тем меньше урона. И если вы на ней стоите, вы умираете. Вот. А будут вокруг летать сферы. Вот. Эти сферы играю я. Рядом с ними не стойте, потому что под ними появляется лужа. Вот. А эта лужа, если вы в нее зайдете раньше времени, вы провалитесь в астральный мир, и там вас грызут духи. Ну, короче, туда проваливаться до момента не надо. Вот. Когда убиваются 4 сферы и появляются новые, будет кастоваться суровый удар. Суровый удар — это масса УЕ по всей площади, и выжить в нем может только ШП в тучке. Ну и, соответственно, танк. Вот. Остальные ДДшники под... тягиваются под ближайшую лужу. Лужу я буду анонсить. Условно я поставлю метки. Вы на них сейчас не ориентируйтесь. Я буду говорить просто направление, в какую сторону идти к ближайшей этой к ближайшей луже, куда будем заходить. Доводим босса до 20%, переходит на вторую фазу. Во второй фазе ничего не будет сложного. Просто по центру будет 4 лужи, из них будет идти трэш. Вот, этот трэш просто на себя будет забирать танки, если нужно будет, ДК сдаст бомжей. Вот, ваша главная задача — это не лутать урон от кары, а остальное все здесь захиливается. Так, кому чего не хватает, спешите сразу, СС давай на... Да подрейду лучше. Да, я-то выживу. Ну, тоже 25, тоже не 25-ка. Ну да, тут урона поменьше. Тут урона меньше будет. Если что, бабл, этот 50% буду прожимать. Ты можешь на себя частицу ебануть и танков хилить. Заебись будет. Ну, может, так, там, да. Смотрим. Давайте. Говори. Говори, говори. Не, ты говори. Говори. Нет, да ты говори. Ну я говорил, кто готов, типа еще раз на пул. Вот, я кто первый будет танчить? Первый танчит ДК, потом забирает Войд, и, ну, меняются, соответственно. Так, Кайло, кто здесь не был, просто с кары выбегаете, и все, ничего страшного здесь нет. Смотрите, я буду ставить метку на этого. Сейчас поставлю себе макро, секунду. Я буду ставить меточку-звездочку. От звезды, смотрите, это сфера, которую я разбиваю. Если у вас открыты фреймы, вы можете фреймы включить. Это будет полезно. Чтобы видеть, какая сфера умирает. Без сферы пойдем или 3 минуты ждать? Да, мы подождем 2 минуты. Можете пока ненадолго отойти, выпить водички и так далее, и так далее. Но не раз... это не АФК. Либо у компов, либо просто отлить, попить воды. Ну а кто спулил? Ну это смешно просто. Чек, давай, проверку давай. Все тут. А, босс еще спулил.
знаю. Проверку, да, все тут. Начинается. Да, вроде бы босс, только банан, Yellow King. Понимаю. Да, ладно, подкаты понимаю. Уже дадут. Да, после сурового тогда дадут. Играйте по боссу уже. Давайте. Тебе чуть-чуть, придется попотеть, пока банана нет. Я постараюсь... Главное, чтобы он не упал. А хотя у него СС есть, ладно. Да, да он, по идее, не упадет. Еще без Геры начали. Ой, конечно. Сейчас нормально. После этого добью. Пай, ну помоги вот эту сферу сейчас. Там чисто шок в нее заряди и все. Карнес осторожно. Да я ж отошел. Но я ж успеваю прохиливать. Не, хотя сейчас успею. Сейчас после кары будут убивать. Милики, осторожно сейчас. Банан там не пришел, не? Нет, осторожно, Мелизона добиваю. Да, хилить соло, это, конечно, интересно. За боссом у трусов. К трусам ближе подтягиваемся. К трусам. Заходим в портал. Остается только один танк. Банан, надеюсь, пришел. Он пришел, да. Все, повезло. Так, Айнен, помогай по звездам. Звезду поставил. А мы, по-моему, стоит. Вторую нужно успеть добить. Прохиливайте рейд быстрее. Сейчас кара, после этого две забью. Берегитесь. Все, сейчас давай Геру, играем по боссу. Геру, сдавай. Не забываем заводить. Кара, мили. Да, Корнес, ты жесткий, блядь, же получается, блядь, соло захиливаешь Алголона. А будет когда-нибудь попробовать соло почти. Трусам ближе, то есть что, просто смотрите, где трусы, возле них, и что будем заходить, если мы успеем. Берегитесь. Кара. В трусы, все в трусы, ближе подходим, заходим в портал. Доигрываем по боссу. Сейчас переведем. Ой, случайно забрал. Ну давай третий ставлю еще. Мастер фир дайте. Кара. Лок. Блин, сейчас 1% все это исчезнет уже. Все. Все, теперь. Осторожно, будет. Отбегайте, кто там в порталах от этого подальше. Ближе к краю. Стоунти. Все, играем по боссу до конца. Блять, даже никто не умер. Бля, ну десятка слишком простая, конечно. Ну да, она простая очень. Карамили. Стоунти, сейчас пятый стак будет на мне. Очень легко. Да? Главное от кары не получать урон, остальное. Да, у меня вастарян, я отходил на баранчик, я просто отошел. Ну, как обычно, плечо, шея. А кому надо вообще ключ, типа? Ну, что-то шея на ретрика канает, нет? Ну, а, я беру чисто. У меня сокет. Такая неплохая сокетом. Банан. Рома.
Да-да-да. Левай, пошли в РБК. Сейчас пойдем, я тут добиваю два босса. Тут два босса осталось, Будлик. Сейчас мы добьем. Все. Это нижние. Тут двое. Спрашивают, что такое код отлика от этот альфа? А там шмот можно обменять. Ну, типа, там коль... шмот такой себе, 226-й кольца, типа такие себе. А плащ вот с квеста крит меткость с дыркой на ретрика нормально будет? Смотри, типа... С РБК, наверное, получше будет. А с РБК... Ну, он без дырки. Ну, поиск. Вой, дай мне на кота, а? Палечка, блядь. Сейчас я этот перезаду, блядь, опять все, блядь, повылетело, блядь. Пидорский, блядь, Wi-Fi. Тебе надо войт, не? Это кто? Кто спрашивает? Ну, банан говорит там. Забирай что. Так, а мы полутали ачивку еще, да? Типа, он умоется твоими слезами. Это, ну если не надо, то банан, если хочешь отдать, там колечко на кота взял. Угу. А ты где? Я вылетел, я сейчас захожу. А, ну, это, ты знаешь, Тревор, я захожу на Холипал, зато... Да, заходи там на Холипал 1, я думаю, там... ну, Карнес, ты немного лучше похиль, типа, в Холипала, а то... Один ну, Холипал. Ты 39-й мне линкуешь, а я в 25-ку не хожу палом. Как я заберу, там еще и ПГП это... Так завтра по роллу будет. Ну что, думаешь, я заберу что-то? Ну... Я осколки нет. Хочу на хэпал. Я не знаю даже, кому там собирать. Я написал просто, я в разные диссы, кто на Ориенте. И я даже не знаю, написал, что осколки анролл только, блядь. А, да. Слушай, а в рейде может упасть 6 осколков? Может, конечно, да может. Хоть с каждого босса может падать. Не, ну как у нас часто падало 6? Ну, было один раз, когда после нерфа прям очень много выпало. Ну, если так, то я через 2 недели уже смогу сделать. Ну, это, знаешь, при идеальном исходе. У нас были недели, когда, вон, мы, когда оставался один кусок у Sky, мы же пронесли весь синс, и там только 2 куска было. Один, вон, Айнан говорит, что нет, не было такого. Когда? Что много кусков падало? Не-не, были где-то 6 кусков. Именно 6. Именно, ну, конкретно к цифре 6 я не привязываюсь, но помню, что их прям очень много падало. Их там, ну, чуть ли не с каждого босса. Это было... А еще... Когда первый нерв был у Эдуара. Типа там очень много падало их. Это только от ХД было. Блять, зачем именно ХД? Жалко нельзя админов попросить, чтобы они волонир у него забрали и карнесу. Если бы. Так бы дропом уже делали. Было бы неплохо, если бы Шоу пришел такой просто этот, и, пацаны, я как бы уходил, чтобы принести вам волонир назад. Да кому убирать? Так, Невар, я захожу уже, почти зашел. А, я отдал кому-то лидера, по-моему, я не знаю, успел, не успел. А, но я отдам его Войду. Вот, ты теперь наш временный лидер. Я сейчас иду на сову. Никто не кикает. Можно на квест подешь? Да, мне квест нужна и сова гиперполезная. У меня, короче, да, там. Могу конкурировать с Айноном за полезного. Ой, я плюс поставил на. Это все круто, конечно, но давай-ка забань одного, у которого хп больше. Полагает, не? Не, нормально все. Припадочная какая-то. Ой, хорошо, что на Галоне не пришлось сидеть так долго. Ну, мы прям супер хорошо прошли, но можно еще лучше. Можно реально там Ульдуар за 1.5 часа спустить. Но мы на Везах все сильно застряли. Ну да, с трэшем немножко подрочились. Ну, такое бывает иногда, к сожалению.
Так, сейчас, слэш г. Я написал равно плюс а, плюс алд. При сумонде у нас вроде как есть эти специалисты. Ну, я, конечно, буду лететь, но я буду лететь долго. И там еще припадочно плюс-плюс ставим. Ну, сначала добьем сейчас. Да, да, не вопрос, конечно. Я думаю, он в DC должен слышать. Припадочный ты кто? Банан? Это банан. Да, это банан на холипале, да, да. Ты плащик был неплохой, это наварчик. Диговый. Не, неплохой, а бисовый. Ну, вообще, да, да, бисовый. Теперь. Жалко, что я нир не выпал, конечно. Так, кому Ирелла надо? Давай на хранилище, а этот я сейчас добавлю припадочное. И при сумонде надо, пожалуйста. Я ему вроде давал патчи. Давай ему патчи тебе дал, Ирелла. Включаю. Сейчас припадочную приглашаю. Я исключаю. Так, а квест есть у кого-то, да, или? Да, блять? Есть. Хорошо. Принимайтесь, вон. Да, все, все принимаю. Почему-то у нас. Слушай, сегодня быстро прошли, прям очень. Странно, мне почему-то сейчас написало, что 11 из 14 убито. Кого мы пропустили? Никого, это баг, наверное. Припадочный, принимай. Да, я принял, конечно. Я каски, если что, даю. Ты мне бафать вообще, я МП5 я пробафлю. Так, ну ДПС вроде нормально, типа сильно ничего не поменялось, только полувагонистая сова зашла. Хотя не, у меня, блядь, сова жесткая, что я на себя нагоняю. Вот, и оставим Геру тогда на этого. Че, давай там его потанчим, там захуярим. Там? Думаешь, нормально будет? Да. Мобов ловить? Мобов подержу просто. Ну хорошо, давай тогда дам. Только огненную ауру кто-то подставил. Я, короче, МП5 раздал, МП5 раздалось. Огненную поставь. Горяки сильно. Слушай, веди, наверное... Рыбешку. Там еще милики стоят, давай веди воду, я вспомню, почему нет. А чё? Ну, типа, в эти, то, блядь, милики урон там лутают из-за этого. Вон, босс не сдержался, пульнулся нормально. Я босса стали удалось. Ну, так рано. От огня ауру поставьте, кто-то, Ретрик, ой. Это я поставил, ауру, я поставил. Да, да, вторую, вот, правильно. Есть у кого еще мастер? У припадочной есть, да. Да. Я дал мастер сейчас. Не, на каст я имею в виду. Да, он только что на каст. Так у меня аура стояла на каст, я только что дал. Понял. Ты сдал мастер свой, да? Припадочный? Да, мы вдвоем, походу, сдали. Все, да-да, не надо ничего. Да ладно. Ну, он на огонь, наверное, сдал, а ты на каст. Критоните, по-моему. О, внимаем. Ой-ой-ой, что у нас происходит? Там моб взорвался. Сейчас я резну босса. Не резну босса. Это козел в котел взял. Ну, зато он награ сейчас наберет нормально. Да ебаный в рот, блядь. Еще минус один. Ну это пиздец, он меня, блядь, подкинул, блядь, все, что можно было сделать, он меня, блядь, раскастовал. Я как будто его затанчил.
Ну что значит с открытия бить багом? А, ну у нас да, у нас же пачка. Два паладина прохиливать пытаются. Ну ничего, сейчас будет нормально. Сейчас меньше таргетов хилит. Как говорится, меньше народу, больше кислорода. Мастер Аур откатился? Да, я дам. Я Сокрус дам. Угу. Меняйтесь аурами, припадочно бери на себя третью ауру. Да, скажу, когда сдать, мастер. Мастер, прожимай. А кому-то нужна эта левая рука? Чё, красиво? Да не, забей, типа. Я себе её... Да не, в пизду, мне посох вижу, всё нормально. Нормально у нас его чё-то. Да, у меня вон, блядь, машина прогресса есть в руках. Что за машина? О, блядь, как я заебался с ним ходить. Такая санина. Тебе почти не хожу, поэтому мне нормально. Ну, типа, надо куда-то зайти, я захожу на нее. Ну, я что-то не вывез, типа, 10 линов. А учетом того, что РБК вышла, у меня, типа, времени вообще, типа, много чего занимает, поэтому... Самый душный для меня это вар и ДКшка. Ну что-то прям ну не могу я. Ну что ж вы так пуляете? Резвый, резвый. Я потыкаю или ты потыкаешь? Да. Угу. Делайте что хотите. Все, на. Все, обиделся. У меня тайфуна нету, я не откину их, если что. Такими способностями не обладаю. Спекнуться хотел. Сейчас пойдем в льду и потом. Кого? Куда? Что? Ульду еще потом пойдем. Потом это когда? Сегодня? Когда? Не знаю, кто-то предлагал, я типа не планировал. Ну я вообще, думаю... на следующем КД пачкой тоже не хотите сходить? Давайте сходим, ну я три не хочу на хпак. Кстати, а чё у нас, Вовбро, у тебя, чё там с Везаксом, как у тебя дела? А, у тебя всё, Везакс? Нужен, мне Торим нужен. Чё, вы запускаете? Аксор, Мьёльнир. Да, тыкайте. Перед лицом не стоим, а, Геру сейчас давай. Давай. Ну, прок, ну, пожалуйста, на тебя больно. Прок, не сука. Бля, ёбаный соло, блядь. Эх, карма. Динька еще сейчас упадет и вообще секс. У меня в натуре будет бешеная сова. Кстати, оказывается, ленточка прокает у шипешек. Я эту хуйню никогда не знал. Которая с Каражана, с опера. Охуенный лут. До свидания, блядь. Все, всем спасибо, да, что... Всем спасибо за пати. Давайте, блин, удачи.
Всем счастья, удачи, лохов побогаче. Блять, у меня, сука, блять, квеста не было. Ёбаный дебил. Не взял квест? Нет, не взял баран. Ну ладно, пиздец. Бывает.